Да. Что случилось? Ну, девушка с 8 этажа сбросила мужчина. Молодая? Да, 24 года. А с какой стороны? Нет, стой. Ну, это подъезд, там балкон. А давно произошло? Мне сегодня. Часа два назад. Два часа назад. Уже убрали ее, да? Да. Она... В смысле, он ее выбросил прям? Да. Да, ну там на балконе все разбросано. Да. Mm. Вот моя бабушка, шкафы, короче, соседка приходит домой, слышит звук бабах. А до этого момента, когда они еще были дома, не уходя, там шкаф упал. Угу. Ну, то есть скандал там был, да? Потом она была или нет? Нет, не спас. Они слышат звук такой, бабах. Выходит на балкон, смотрит, и там труп лежит на крыше. Mm. Ее с крыши достали. И все. У нее нос разбит. Крыша упала? Или прямо сюда? Прям сюда, наверное. Сюда, да? Потому что она там лежала уже. Окно открыто. А, это вот где открытое окно, да? Она как летела, короче, с 8 этажа вон балкон, где деревянный. То есть она клюнула сначала и туда, на крышу. Ее достали МЧСники, спустили. Как сказали, мне нос был разбит. То есть она вот здесь сняли футболку, у нее здесь кровь была. А вы сами видели или просто рассказывают уже? Вы не видели, да? Ну, здесь маленький пацан был, он там нам он рассказал. Видел. А он видел, да? Да. Ну, а вы не знаете, там кто живет-то, они что? Ну, там всегда каждый день буянит. Мне выпивают, вчера вот бабушка, да? Рассказывала, да, не могу уснуть, типа, там буянит. На следующем выросите, не дефинируйте.